Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере-тере мукаллит момсад. Смотрю я на эту елку с ужасом теперь уже. Смотрю я и думаю. Думаю и смотрю. Ну что, разбираем елку? Будем разбирать елку? Обещаешь помогать? Обещаешь помогать, ты мой зайчик беленький. Ой, ой, ты ж не свались. Ты ж не свались, дружок мой. Пушулька, ты пришел мне помогать, я знаю, знаю. Такой кот хороший, красавчик, беленький, да. Беленький красавчик. И маркиз тут. Но без тебя никуда. Маркиз, без тебя ни одно дело. Нет, нет, нет. Ой, не елка, а какой-то кошмарики какие-то. Одни голые иголки. Одни голые ветки. Ужас, да? Чего? Чего? Давайте ее, что ли, разбирать. Самое ненавистное для меня занятие, как мы все ждем ее и наряжаем. И как. Это потом разбор этот, этих игрушек и всего. Посмотрите, я еле касаюсь, пальцем касаюсь иголок. Все сыпется. На ней сейчас, когда мы снимем игрушки и гирлянду, на ней не будет ни единой иголки. Все так быстро прошло. Праздники все кончились. Я прямо сижу, и она здесь аж едут игрушки, как дождь какой-то. Звук дождя прямо такой шуршание. Вот. Игрушки сами все аж прямо текут по ней, спускаются. Еще один помощничек. Еще один помощничек. Сегодня ж прям вдвоем помогают мне. Да. Уж без тебя вот вообще никак. Вот без тебя никак. Да, нет, никак. Ур, мур, что ты урчишь? Все разобрала. Разобрала, сняла все игрушки. Господи, лысая какая елка. Теперь здесь три гирлянды еще. Вот надо их снять так, чтобы они не запутались. В общем, скажу вам честно, терпеть не могу все это делать. А ты, маркиз? Прямо дождем сыпется. Ой, все руки исколоты, все ноги исколоты. Ой, смотрите, вообще не остается веток, ни этих иголок. Это я еще только две гирлянды сняла. Я когда гирлянду снимаю, прежде чем ее убрать в шкаф, всегда проверяю, работает ли она. Потому что бывает так, знаете, снимаешь, что-нибудь там дернешь, на следующий год начинаешь... Не на следующий, в этом же. В декабре начинаешь вешать, а тут половина не работает. Поэтому всегда контроль такой. Слышите прям звук, да, дождя? Короче, лысая. Лысая елка в результате. Ну вот теперь такой натюрмортик у нас тут. Эти всякие с Happy Birthday, цифры, надо все полопать, выкинуть. Где-то видела в каких-то в Фейсбуке, в каких-то группах продают эти надутые использованные буквы и цифры. Господи. Не знаю. Глупо как-то.
Я их полопаю, да и выкину их. В общем, все. Все скоротично. А у меня депрессия. Че-то мне стало грустно. Все, опустел уголок. Как будто и не было нашей елки. Да, Маркиз? Ну, а теперь убираться, потому что ковер, пол, все, все в иголках. Все мыть, протирать пыль. И переносить сюда растения снова. Мы только что с вами их сюда переносили. В горшках наши постаменты, да? Отсюда переносили. Теперь уже нужно обратно. А ты уже занял себе здесь местечко, да? Какой ветер на улице. Нам с вами в магазин надо еще. Идем. Маски в доме кончились. Представляете, нужно масок. Да, обычные эти. Вот Кристина в автобусе использует маски. Котик, котик моется. Очень сильный ветер, ураган. Маму надо в магазин отвезти. Самим нужно маски купить. Картошка кончилась опять. Картошка кончилась, да? Молочко, сметанка. Ну, там понемножку. Будем убираться? А? Будем? Так. Маму свозили в магазин. Себя тоже свозили. Масок купила. Не муж выбирал. Прямо в Гроссе. Мы в Гроссе в магазине были. Там маме рядом. Она не хочет большие магазины. Ей удобно тут. Ну, такую масочку. Face mask. 50 штук, а стоит она, сейчас скажу, коробка. 5 евро, можно говорить, стоят эти маски. В смысле, коробка 5 евро. Здесь 50 штук, значит, по 10 центов. Правильно я считаю? Общий счет в магазине был 48 евро. Мужнина страсть. Помоечные пакеты. Очень хорошие. И только в Гроссе по 30 литров. Остальные то узкие, то еще какие-то. Все плохие. Он их когда видит, они есть там в продаже, обязательно берет. Они даже евро нет. Как говорят, да, что эти пакеты целыми рулонами. Мы берем для того, домой покупаем. Не берем, а покупаем для того, чтобы выкинуть. Прийти и выкинуть. Но разве нет? Живите теперь с этим. Я когда услышала... Это Сандра меня рассмешила. Я когда услышала, она говорит, теперь живи с этим. Покупаем для того, чтобы выкинуть. Морковку, наконец, достали. Моркови что-то не было нормальной. Моркови, картошки. Ну, так обзор делать не буду. Хлеб, зефир, это не обязательная атрибутика. Молоко, творог, кефир, блинчики здесь были. С творогом вот эти в Гроссе. Это, значит, обеспеченные завтраки. Кристина очень любит. Это творог, сметана, кефир. Гефель. Ну, так больше ничего такого здесь интересного нету. Совсем не интересно. Скучные сетки. Муж долго смотрел на мои мытарства и проблемы с одной селфи-палкой, которая мне не подошла. И прямо в ураган и в снег взял, оделся и пошел за другой селфи-палкой. Потому что она мне нужна, а нигде нормально я найти не могу. И он пошел и в Идакеску, вот здесь недалеко мы живем, рядышком, взял еще одну за 23 евро теперь. Господи, а та палка вообще ужасная, которую я купила за 27, вообще на ветер деньги. Деньги на ветер, да. Вот, и это какая-то, он говорит, Xiaomi вроде. Ну, давайте посмотрим, может быть, это подойдет. Что ж такое-то они... Невезуха с палками. Да, и это вполне нормальное. Отличное. Все поворачивается. У той палки голова вот тут вот. Угол не откидывался, не поворачивался. Она как-то не стояла, как штатив. В общем, ну тут свои, как говорится, наши проблемы. Но это отличное. Вот муж пошел и сразу все сделал как надо. То у меня что-то... Хотя мы вместе были, что-то не вышло. И здесь у меня еще одна палка штатив. В общем, я вся... Вся в этом, но... Нужно мне. Молодец, муж. Хороший. Хороший муж. Хвалю. И пультик такой здесь, чтобы в соединении с телефоном, с Bluetooth было.
Теперь они современные. Раньше были такие, как шнурочки, теперь пультики. Ну вот и пульт, это чтобы фотографии делать, и он потом вот сюда вставляется. Датчик этот, короче. Ну, в общем, все. Квартиру убрали, палку купили, елку выкинули. В общем, день удался. Сейчас с этой новой палкой буду с вами прощаться. Будем ее тестировать. Одну тестировали, было плохо. Посмотрим, что с этой. Ну, еще одна проба пера. Вот эта палка вроде ничего. Все. Это я так экспериментирую. Пробую на вас, на себе и на вас. И поворотные, все. Вроде ничего. Наконец-то. Как только муж покупает, сам выбирает, все нормально. Как и Яна что-то выбирает, все. Какое-то, я не знаю, через одно место на букву ЖО. Все сразу. В общем, убрались, елки за моей спиной больше нету. Вроде и жалко как-то, знаете. Я елке рада два раза, как это, как в анекдоте. Гостям рада два раза. Когда они приходят и когда они уходят. Вот когда она ушла, я тоже рада, потому что так все сыпалось и все. Все цветы не перенесла сюда, не знаю, что делать с цветами. Как-то здесь они так забивают этот угол, и как-то места так мало. И вообще, стенки бы подвинуть, квартира маленькая, все маленькое. Все маленькое. Не знаю, этот цветок сюда поместил, и тоже он мне здесь не нравится. Даже не знаю, что и делать, куда это все располагать. Вернуть цветы со спальни, не вернуть. В общем, буду думать. Ну, а эксперимент с палкой прошел вроде хорошо. Так что сегодня много дел сделано. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хороших впечатлений, здоровья, хорошего настроения. И чтобы у вас и у ваших родных было все хорошо. И до завтра! Пока-пока!